Деловые переговоры и взаимовыгодные соглашения. В Сочи стартовал Всероссийский инвестиционный форум. С раннего утра в медиацентре собираются представители предпринимательства и бизнес-элита страны со всех регионов. Экономический форум – это именно та площадка, где организован конструктивный диалог бизнеса и власти. Делегацию из Ингушетии лично возглавил Юнусбек Евкуров. В этом году Республика Ингушетия планирует подписать 6 инвестиционных соглашений на общую сумму около 9 миллиардов рублей. Проекты затрагивают практически все сферы жизни. Деятельности – это сельское хозяйство, строительство и спорт. Также все, кто посетит уголок республики, сможет попробовать на вкус продукцию региона под маркой «Сделано в Ингушетии». Горный мед, яблоки, кондитерские изделия и молочная продукция – это лишь часть того, что представили на форуме местные аграрии. Кроме того, здесь организованы различные дискуссионные площадки по самым актуальным вопросам и комнаты для переговоров.